Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами канал «Сельская жизнь» и я, Юля. Сегодня я буду готовить печеночные котлетки и сердечки, жареные как гуляш. У меня здесь печень куриная и сердечки. Сейчас я отбираю сердечки отдельно, а печень перекручиваю на мясорубке. А сердечки нарезаем пополам. К сердечкам нарезаем мелко лук и трем на мелкой терке морковку. Теперь на разогретую сковороду наливаем чуть-чуть водички и выкладываем сюда сердечки. Когда они у нас немного поварятся, мы будем добавлять подсолнечное масло и овощи. Так, вот я перекрутила печень. Сюда мы добавляем соли. Одно яйцо разбиваем. Все это перемешиваем хорошо. И добавляем пока пару ложек муки. Снова перемешиваем. Вот так получилось у нас. И идем выпекать. Пока у нас варятся наши сердечки, они должны повариться минут 10. То есть то, что мы налили воды, она у нас должна выкипеть. В другую сковородку, значит, мы наливаем подсолнечное масло. Ждем, когда оно погреется. И будем выпекать наши печеночные котлетки, как оладушки. Итак, масло разогрелось. Мы берем ложечкой, как оладушки, и выпекаем. Чем хороши вот эти вот печеночные котлетки? Их можно кушать холодными. Можно их кушать как мясное блюдо, к любому гарниру. Можно сделать бутерброд, на хлеб прямо кладешь оладушку, вот тебе на завтрак и поел. В общем, очень удобно и очень сытно. Тот, кто любит вот печень, всем советую вот так сделать. Ну, а мы выпекаем с двух сторон. Я буду делать в бульоне, поэтому я буду складывать в кастрюльку. Итак, у нас уже... В сердечках почти что выкипела водичка. Сейчас сюда я добавляю лук и морковку. Так, все перемешиваем. Добавляем сюда немного подсолнечного масла. И оно у нас будет тушиться теперь еще минут 10-15 до готовности морковки. Почему так мелко я и потерла морковку? Потому что печень уже... Ой, печень. Сердечки уже через 10-15 минут будут готовы. И морковки нужно тоже совсем чуть-чуть. Да, еще нужно посолить, конечно же. Итак, вот сердечки у нас уже все готовы. Я их уже выключила. Значит, в котлетки наливаю водички. Добавляю чуть-чуть соли, чтобы бульончик был солоноватый. И буквально 5 минуток водичка покипит, и я выключаю. На гарнир у нас будет лапша. Ну вот, такой ужин у нас получился. Здесь у нас лапша, котлетки печеночные и сердечки. Это так у меня маленькая дочка захотела. Можно есть котлетки эти с гарниром. Можно просто... со сметанкой, можно сделать бутерброд. Вот сколько блюд можно покушать с этими котлетками. Ну, естественно, у нас наш любимый овощной витаминный салатик. Ну и хлебушек. Всем приятного аппетита! С вами была Юлия на канале «Сельская жизнь». До новых встреч! Всем пока!